Ежегодно медицинские сестры собираются на праздник, чтобы в душевной теплой атмосфере почувствовать единение с большой семьей тех, чьи жизни и судьбы неразрывно связаны с оказанием помощи, милосердием и добросердечием. На праздничном мероприятии прозвучали поздравления от главы Великоустского округа. Иван Абрамов отметил особую значимость профессии медицинской сестры, высочайшую степень ответственности, которую медицинская специальность возлагает на человека, важнейшую роль наставников, которые обеспечивают преемственность подготовки медицинских кадров. Ваша работа, она не менее важна, чем работа профильных специалистов. И когда наши хирурги, наши терапевты, сделав свою работу, уходят домой, то вы остаетесь с людьми, которые непосредственно лежат в палатах, да, и главное, есть такой эффект плацебо, да, когда хорошая медсестра заходит и справляется о здоровье, как идет процесс лечения. Наш больной смотрит и уже начинает подтягиваться и чувствует. Только что минуту назад было не очень и становится хорошо. Я хочу пожелать вам, безусловно, что касается профессиональном плане, сейчас посмотрели, что и категории, и аккредитация, и сертификаты, то есть повышать уровень знаний, которые на сегодняшний день есть у нас в сфере здравоохранения, это первое. Безусловно, успехов в работе, чтобы это приносило действительно удовлетворение. В области и округе сегодня уделяется огромное внимание развитию медицинской отрасли. Существенно меняются условия труда среднего медицинского персонала и открываются новые возможности для профессионального роста. За профессиональное мастерство и вклад в развитие регионального здравоохранения глава округа вручил медицинским сестрам ЦРБ заслуженные награды, в том числе и от имени врио губернатора Вологодской области. На празднике прозвучало много слов благодарности в адрес людей, которые вносят огромный вклад в развитие сестринского дела, и тех, кто является примером достойного служения любимой профессии. В их честь звучали музыкальные номера, подготовленные сотрудниками ЦРБ и воспитанниками детской школы искусств. За профессионализм и высокие результаты в работе более 10 медсестр больницы получили почетные грамоты, благодарность и цветы, в их числе и Антонина Юрьевна Беречевская, которая на протяжении 24 лет верна медицине. Как закончила медучилище, сразу же пришла в детский дом «Малютки». 13 лет там отработала, детский дом потом закрылся. И я перешла в детскую поликлинику, где я работаю уже 11 лет. И весь мой стаж все в педиатрии с детством, с детьми. Работа мне очень нравится, с детьми я всю жизнь, все нравится, и с врачами нравится работать, и врачи у нас хорошие, и персонал хороший, и все нравится. Профессия медицинской сестры необходима и значима. От чутких и заботливых рук, трудолюбия и доброго отношения медицинских сестер во многом зависит настроение и состояние любого пациента, а также скорость его выздоровления. Именно медицинская сестра дарит надежду больному и является незаменимым помощником доктора. Желаем, чтобы благодарный и нелегкий труд медсестер приносил им радость, достаток, уважение окружающих и близких. Ксения Смирнова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».